С 9 по 15 сентября в кинотеатре «5 звезд» в М5 Молл пройдет и неделя российского кино. От телеканала ТВ-1000, «Русское кино» и рязанского оператора кабельного телевидения «Видикон». На большом экране можно будет посмотреть лучшие отечественные фильмы последних лет. 2016 год признан официально годом российского кино. И мы, компания «Видикон» и телеканал ТВ-1000 решили поддержать эту инициативу и предоставить рязанцам бесплатно посмотреть лучшие киноновинки отечественного кинопроката в кинотеатре «5 звезд» М5 Молл. Всего в рамках недели на большом экране будет показано 7 фильмов. Один день, один фильм. Начнется все 9 сентября с картины «Иерей-сан. Исповедь самурая». Далее почитателям качественного российского кино будут представлены «Конец прекрасной эпохи», «Синдром Петрушки», «Кино про Алексеева», «Территория», «Раскопы», а завершится неделя 15 сентября кинолентой «Две женщины». Хочется отметить, что фильмы и программы недели российского кино заслужили не только внимание и любовь зрителей, но и признание профессионального сообщества. «Синдром Петрушки», например, получил приз имени Микаэла Таривердиева за лучшую музыку к фильму на Кинотавре 2015. «Конец прекрасной эпохи», «Золотой орел» 2015 за лучшую режиссерскую работу, лучшую мужскую роль второго плана и лучшую работу художника по костюмам. Естественно, гости мероприятия смогут не только посмотреть актуальное российское кино на большом экране, но и встретиться с создателями, режиссерами и актерами, которые будут представлять фильмы перед двумя первыми показами. Ну и, конечно, вход свободный. Для того, чтобы прекрасно провести вечер, требуется всего лишь прийти.